Ох уж этот прицеп. Нет мне стремления и понятия, что помогать ему, а значит и себе, работать, 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 необходимо для жизни, для существования. Хоть и сдвинулось в человеке кое-что, а все выходило так, что будничное, грязное, нудное, кто-то должен делать за нее. Человек вроде бы иной, высшей породы. Она бы только рассуждала по поводу сделанного, деля все на две части. Это ей нравится, это нет. Распсиховалась недавно, бросила почти целую тушку рябчика к порогу. Не могу больше, надоели. Травой пахнут горьким чем-то, невыносимо. Роска тушку рябчика подобрала, зажала в лапах, смотрела на Акима. Он рябчика у собаки отнял, кинул в берестянку над печкой и, чувствуя в себе тошноту и отвращение к птичьему супу, хлебал его, остервенело.